Хрипос и Мерко, с вами я, Гуд Васвазин, здесь сегодня у нас будет озвучка этого, как его там, из нубов, ютуберов. Окей, ребят, это у нас будет первая серия, это не первая серия, это будет просто озвучка, это ФМ. Ладно, погнали, пацаны, из нубов ютуберы. Первая серия. Это для них. Смотри, Марвок на первом месте. Вау, говорит Палыч. Их, короче, звали Саныч и Палыч. Саныч напился компота и побоялся попроситься в туалет. И он обоссался на уроке. Его назвали Санычем. Люди говорили... Другие школьники говорили, что Палыч это палка. Палка, да-да, он как палка. Так, холодно, немножечко. А, так я все помню. Да, оттуда все. Окей, ребят. Дальше. Они делают уроки и играют в Майнкрафт. Да. Они и их в Ютубе обзывают. Да, их в Ютубе обзывают, и типа такие, сейчас я вам отвечу, булки мелкие, давай. И, короче, они начали их хейтить. Окей. И вот они решили стать ютуберами. Вау! И Саныч говорит, я буду известный тебя, они начали спорить, они тупые, конечно же. Карина, которая некрасивая девочка, играет в школе в Fortnite. У нее есть поддельный iPhone 11, и они решили погулять. Но она никого не слушала, потому что она думала, что все бомжи в школе. И тут у нее был парень, у него было 3000 рублей, и она не хотела оплачивать. И, короче, Пози. Пози на третьем месте в тренде. Пози пролете. Пози пролете набрал в старте. И они решили снимать видео. И так все начиналось. Ха-ха-ха. Они посмотрели видео и решили заснять. Они не заснимали видео, они хоть решили помыть полы в магазине, то раздать листочки. Но их считали лохами, сами те же лохи. А если я был бы там, мне бы не было стыдно, я бы их сами лохами назвал, потому что они тоже лохи. Реально, по скинам похоже, что они полные лохи. И они за месяц смогли набрать 30 тысяч рублей. Что они еще один месяц читали. И тут они решили купить новый комп. А там был комп Бэкста. Ребят, вы просто офигеете. Там комп Бэкста. И типа они решили его взять. Потратили все свои 30 тысяч на комбэкста, это не был макбук, и у него, и они, короче, начали обсуждать, кто снимает. А Палыч решил снимать Бравл Старс и создал свой канал. Он заснял свой первый ролик и мечтал о лоханухе. Писал и говорил, что он будет снимать Майнкрафт со Санычем. Майнкрафт, конечно, снимал вечером, а Палыч снимал ночью. И тут Палыч сказал, как у тебя дела? Санычу не поздоровался, сказал, что хреново, у меня только 1К подписчиков, а у Палыча уже 10. Итак, Палыч сказал, что ничего, поднимусь. А Ванючка Палыч начал тратить свои первые деньги. К
который заработал в Ютубе. Прошло полгода. И он сказал, короче, я хочу купить новый комп. Не получится сидеть у меня, потому что у меня жопа неправильная. Забирай этот комп. Санычу было обидно. А Палычу было все-таки пофиг. И тут пришла Каринка. И он говорит, Саныч. А, так это он мне это из-за Каринки, но как она все-таки сюда умудрилась прийти, что, дура, что ли? По чужим домам пробираться. Ладно. Палыч взял компьютер, решил ударить Палыча, и Саныч ушел домой. И он такой, гад, тупой, сейчас с Каринкой будет целоваться. Ну, у Палыча уже было миллион просмотров. Он приехал, короче, в школу. Хоть ему было 8 лет, но у него откуда ламборжини. И тут Палыч говорит, как тебе мой канал? Он такой потненький. Там, короче, есть красная кнопочка, она такая очень потная. Но если вы на нее нажмете, вот, видите, то она станет серой и неповредимой. Ладно. И тут такой, Саныч, как тебе мой канал? У меня сердце на глазах. И тут бабушка сказала, ладно, будешь блинчики. А такой, и Саныч говорит, мне нужно есть не блинчики, а хайпа, полного хайпа, дай мне хайпа. Бабушка ничего не поняла. Бабушка пошла спать, а Саныч увидел видео, где человек зажег спичку на 10 часов. Это уже будет не 10 часов челлендж. Саныч решил тоже такое сделать. Саны. И тут у Саныча появилась идея. Он взял спички, зажег их. И решил проходить Майнкрафт, зажженный спичкой в руках. Хорошо, что он, короче, снимает. Начал проходить Майнкрафт. Вот эта маленькая сопля начала проходить Майнкрафт, которая наркота уже в голове. И у него рука, конечно, зажглась. Кинул спичку назад. Она очень горела и, короче, зажегся! И тут у него была рекламная пауза, да. Но он решил все равно пройти. Но у него такое чувство, что у него жопа горит. Пожар был такой. Он решил спасти свой комп. И он вспомнил, что там была бабушка. Но она уже загорелась. Он решил спасти свою бабушку. А тут полосос говорит, надо какой бабушке-то? Тем временем Палыч и Карина начали все-таки играть это Бравл Стурс. И ну типа давай придумаем другой сценарий, друг. Ты, блин, не про поцелуй мне говори, а что-нибудь пожестче. Что типа кол голову поставить. Друг говорит. Нет, не надо. И я решил придумать такой сценарий. Смотрите, они будут, короче, сидеть и просто разговаривать, а не целоваться. Просто я ненавижу такие сценарии. Ну, люди, я психически нездоров. И у них опять снова миллион. Да, их идея нарушил стук в дверь и... Это же гениально! Кто там? И тут такой Палыч говорит, кто это? Ух, спасибо, Саныч, что ты нарушил их идею. Это мой лучший друг. У Саныча загорелся дом. Он все рассказал своему другу Палычу. На него родители рассердились, бросили его, потому что родители тоже были психически нездоровы. И решил поселиться у них. На время. Ну, это я так себе. Саныч рассказал свою ситуацию
Он сжег бабулю, а Карина, ну не обращайте на нее внимания, она же все время тупит. Негде жить. Ему больше негде жить. Очень сердиты на него. Да я уже вам это говорил, пацан. Хватит меня. Конечно же, Палыч согласился. И... И он говорит, что он будет спать там. Ну, короче, чтобы вы все поняли, этот Саныч решил почти поселиться у них, и Палыч сказал, что он будет лежать на том месте, где у них айфоны лежат, типа он сломает их айфоны, но это не точно. И Карина начала совсем тупить. Ну, вы понимаете, это уже не аскорбинка была. Совсем тупить, она приняла не такие уж хорошие таблетки. Спроси меня, какие еще таблетки. Боже мой, это озвучка, пацаны, расслабьтесь. И тут он говорит, общак что ли здесь? И они помирились, короче, начали смотреть аниме, которое половина людей не любит. Но они не давали Санычу уснуть. У Саныча сильно кружилась голова, и у него что-то запомнилось. Что ему надо выложить видео, где он сжег свою квартиру. Он вспомнил, что у него осталась запись видео. Да, у него осталась запись видео. И как он поджег квартиру, да, он решил выложить на YouTube, как он поджег свою квартиру. И как он проходил Майнкрафт зажженной спичкой. Это, короче, ребят, память о любимой бабушке. Да. Хороший, Саныч, хороший. А Палыч вообще не тупой. И тут все изменилось в школе. Тут ребята говорят, привет, крутой чел, ты такой классный. Вау. Типа у Саныча было... Это 20 миллионов просмотров на то, что он выложил свое видео. Все шептались, как он крутой. Очень! И тут ребята говорят, что это его фанат, дайте автограф. Ребята, если что сейчас с Кариной происходит, вы не обращайтесь на ее внимание. Я уже 50 раз говорю, что это была не аскорбинка, а плохие таблетки. Так что не обращайтесь сейчас на нее внимание. Но одна девочка решила обратить. Смотрите, вот она, очкастая девочка, что будет. Смотреть. Что тут происходит? И тут одна девочка говорит, ты что, не в курсе? У Саныча 20 миллионов просмотров. Он выложил видео про бабку и Майн. И тут они говорят, ты порвал Мармока. Саныч порвал Мармока. Просмотров. Ну, 10 миллионов и плюс полмиллиона подписчиков. Полмиллиона подписчиков. Боже мой, мне река застряла. Потому что график. И тут Саныч думает, что это все его бабуля. Ну, конечно же, это бабуля, наверное, снимала видео. Ну, это типа он память о любимой бабушке, а видео он снял сам. Оставлю ей. Золотой и он говорит, поставит ей золотой памятник, потому что это она сняла видео, но Саныч был, конечно, нормальным. Саныч уже не мог думать, о уроках и решил придумать новый сценарий. И новый сценарий его был, это гетто, типа, пройди Майнкрафт гетто, но он... Купит себе дорогой MacBook, пойдет в гетто, пройдет там Майнкрафт, ему надо выжить с новыми такими вещичками. Он внезапно почувствовал на себе чей-то взгляд. Так, ребят, тут опять Карина. Не, ребят, уже неплохие таблетки. Она просто где-то в стороночке выпила водку. Окей. Тишка смотрела вот на нее Карина. Так, и вот... Каким-то странным взглядом. О, боже мой, это что, скример, что ли? Боже мой, уберите это от меня.
И тут Саныч, тут уроки закончились. Саныч сказал, что ему нужна помощь. Это опять хайп. Он опять себе в рот засунет хайп. Я уже говорил все про гетто. Но тот, кто не слушал, то тот может перемотать куда-то назад. Так что вам пофиг, если честно, будет. Как же можно отказать другу? Я такой, как можно отказать дружбану? Я чё, дурак? Это он. Саныч, и он говорит, и Саныч говорит, дайте мне макбук. Да-да-да, ты слышишь, дай мне макбук, ты тупой. И видеокамеру. И они вместе с Павлом и вот они отправили. Это... Где жили одни гопники и бандиты. Понял, давай-то. Давай. Я буду проходить вот. Майнкрафт они... в опасном районе. А ты... Палыч, вы уже все понимаете, он будет снимать в кустах, вот который сзади у Саныча. Ну вы еще все это заметите. Вот, он пошел снимать Саныч. Видео из кустов. Саныч сел все удобнее на скамейку и решил проходить в Майнкрафт. Тут его встретили гопники и начали такие, опа, отдай мне семки, семки это мой макбук. Что тут тусишь? Нагло спросил. Ну тут, что он тут делает, спросил этот пердун гопник. И еще он... если вы ничего не поняли, он говорит, он Майнкрафт проходит. Странно, он, ну страшно ответил Майнкрафт этот пердун Саныч, сказал Саныч. Он продолжал играть. И тут говорит этот гопник пердунчик. Вот дурак, Майнкрафт проходит только лохи. В Майн играют только лохи. Саныча задело это, и он огрызнулся. Ну да, огрызнулся, и он неправильно пишет. Он сказал, сам ты дебид. Он убежал, это были его последние слова, он убежал. И, копники все-таки схватили его, сломали ему руки и выбили память. Так и забрали макбук. Подбежал Палыч. И он говорит, друган, красава, молодец, даже не плакал, молодец. Дальше молчал, потому что я уже говорил, что его память просто потеряна. Боже мой, нужна помощь. И тут все-таки Палыч говорит, что с ним докториха? Докториха говорит, что у него сотрясение. Но как вы и так можете видеть, что это типа у доктора сотрясение. У него он написал сотрясение. Окей. И перелом. Перелом. Палыч сказал, то есть Саныч говорит, выложи видео, где я проходил Майнкрафт гетто. Палыч с уважением кивнул другу. Он кивнул другу, и он пошел, снимать видео друга. А потом на следующий день пришла психушка, которая вчера... она говорит, Саныч говорит, привет, почему ты здесь, не давай мне никаких употреблений, ведь я видел тебя на уроке, говорил Саныч. Она тихонько подошла к койке и начала поздравлять. Карина начала его поздравлять. Саныч очень сильно испугался, ведь он знает, что она уже употребляла. Сказал, что у нее... От нее Саныч узнал, что у него уже почти... 20 миллионов. В гетто и выжить набрало 20 миллионов. Миллионов просмотров и 1 миллион подписчиков. Ну да, 1 миллион. Саныч очень обрадовался. Карина начала опять употреблять и просто ударила этого Саныча. Ладно, ребята, если вам понравилось это видео, типа озвучка, то ставь лайк и подписывайся на мой канал. И не забудь подписаться на мой инстаграм, потому что мой инстаграм называется так же, как мой канал, только без никаких там штучек.
Ну, типа, введи там GOG2211 здесь по-английскому точно так же, как мой канал. И ты там встретишь мои фотки. Не обращайте внимания на мою аватарку, она тупая, но ничего. Всем adios, amigo. До следующей озвучки, пацаны.